При Тюменской городской думе сформируют молодежную палату. В нее войдут 36 ребят. Этот вопрос обсудили на заседании постоянной комиссии по социальному развитию. Депутаты рассмотрели положение о новом совещательном органе. Первое заседание молодежной палаты при городской думе проведут в сентябре 2024 года. В совещательный орган войдут представители от 18 до 35 лет. Они будут представлять интересы молодежи. Депутаты отметили, что не случайно вопрос о формировании молодежной палаты подняли именно в этом году, когда Тюменская городская Дума отмечает свой 30-летний юбилей в новейшей истории. Речь идет о формировании столь важного, хоть и совещательного, но все равно органа, который будет готовить свои предложения, в том числе и для депутатов Тюменской городской думы. Как только наша молодежная палата начнет работать, сами молодые ребята, которые войдут в ее состав по итогам конкурсных отборов, они сами подскажут, на какие моменты нужно обратить внимание,